Прохикат 18 с существенным изменением подверглись параметрам модельного вида, позволяющие управлять отображением 2D-символов дверей, окон и световых люков. Сейчас мы с вами видим на плане этажа два типа окон и дверей. Давайте воспользуемся командой «Документ», «Настроить модельный вид», «Параметры модельного вида». В открывшемся диалоге появилась новая панель детализации символов дверей, окон и световых люков. Здесь мы можем настроить отображение символов объектов для всего проекта. Нажав на изображение двери, можно выбрать один из пяти уровней детализации. Давайте выберем вариант «Детальный 2». Для окон также доступны 5 уровней детализации. Выберем вариант «Детальный». Нажмем кнопку «Ок». Посмотрите, как изменилось отображение объектов в окне плана этажа. Приблизив их, вы можете заметить, что у них появились индивидуально настроенные четверти. Чтобы отключить отображение четвертей, достаточно снова открыть диалог параметров модельного вида и деактивировать маркеры показа четвертей в 2D-символах. Как видим, на плане этажа четверти исчезли. Давайте выберем окно и откроем диалог его параметров. На вкладке общих параметров доступна настройка управления уровнем 2D-детализации в соответствии с параметрами модельного вида или путем индивидуальной настройки. Во всех вновь создаваемых проектах по умолчанию выбран вариант использования параметров модельного вида. Но при необходимости вы всегда можете изменить эти настройки на уровне объектов. Вариант по параметрам модельного вида по умолчанию используется и в настройках показа четвертей на объектном уровне. Аналогичные настройки существуют и для объектов дверей. Давайте рассмотрим еще один пример, относящийся к отображению световых люков. В окне разреза мы видим мансардное окно. Активируем команду «Документ», «Настроить модельный вид», «Параметры модельного вида». В открывшемся диалоге доступна настройка символов световых люков, отображаемых на плане этажа и в разрезах. Давайте выберем для разрезов вариант «Детальный 2». Как видите, отображение мансардного окна стало более детализированным. Значение по параметрам модельного вида теперь появилось и используется по умолчанию и в диалоге параметров светового люка. В панели реквизита модели и символа вы можете настроить отображение по параметрам модельного вида на планах этажей, в разрезах и 3D-документах.